Всем, друзья, привет! Вы на Codeplay, и мы продолжаем питомник. И мы пойдем на снова. Наши собачки нас ожидались. Так, что у нас есть? А у нас здесь есть кто-то? Нет. У нас грязная собака есть. Так, двигаем. Так, и с какашками, да, надо разобраться. Заберем. Так, надо вот здесь убрать. Грязные, мелкие. Мы здесь убрали пару. Так. Ну, лишние. Это мы убрали. А, о, блин, это... Забыл. Внизу лекарственные. Все по старой. Так. Здесь мы... Нет, оставим. Возьмем... Мочалочку. Помоем аккуратненько. Так, голодные собаки там. Сейчас мы сделаем. У нас собак-то не очень-то и много. Так, отлично. Забрали. Это мы повесим. Ну-ка, двигай. Да, вот. Так. Какашки там уже кто-то расплодил. Ах ты, маленькую. Козявочка. Афина хочет. Афина, а что ты? Так, а у Афины... А, обычный корм. Ну, почему? Вот. Ну, барина. И водички надо... Еще... Так, а у этого? У тебя что там? Тоже наварина, да? Ну, во. А у этого вроде бы лекарственные, да. Это лекарственные. Я очень хорошо помню, что у, типа, собак Акита там, у Хаски, у них все лекарственные. Так, что я хотел? Так, у нас посетителей пока ничто нету. Какашки мы здесь уберем. Так. А у нас... Убрано, надо заказать, кстати. Ну что, мой малыш. О, а кто это у нас здесь? Ру-ру-ру. Пойдем, будешь знакомиться. А, да, я забыл. Так, сейчас посмотрим, что у тебя есть. Нубарин со шрамом, гончая собака большая, ладь с детьми. Так, поесть тебе и воды, да? Так, хорошо. Надо бы еще одну, да? То есть потеряно. Что за дела? 13. Неожиданная затрата. О, нет. Приюту внезапно понадобятся деньги на оформление необходимых бумаг. Понятно. Предупреждали, алло. Так, вот это тоже на барина надо. Так. Водичка. Сейчас наполним. Тем, у кого там не хватает. Как раз Афина. Держи. Ты моя маленькая. Большая, точнее, собака. Собакинцы. Так, о, у Зои нету водички. Ну, все хорошо. Надо будет пополнить и повесить. Отлично. Да я все уже сделал. Так, повесим. Где у нас посетители, а, друзья? Это я не вижу их. Никого нету, что за дела? Нам на 30 очков. Друзья, где вы? Никого нету. Странно, никого нету. Ну ладно, придут. Они придут, еще успеют. Так. Нифига, какашка. Ты уже две какашки положил. Ах ты. О, вон.
Быстро. Только дай. Только дай возможность, они уже обкакают весь дом. Так, у нас, кстати... Да, я забыл совсем про заказ всего. Так, надо заказать. Да, заказать и... Что у нас здесь? Надо 5, да? Так, одну сюда и здесь одну. И лекарственную одну. Соточка нужна. Одну мы потратили. Аптечку. Да. Это непредвиденные, которые были затраты. Так, 2900, нормально. Это мы посмотрим. Новая собака, это все понятно. Собака. Собакевна. Так, хорошо. У нас все это есть. Мы продуктивно это видим. О! Да, я вижу, продуктивно гадите у нас здесь. Так, хорошо. Ждем гостей. Может, кто-то сегодня заберет 2 собаки. Если это, конечно, будет возможно. Если это получится. То заберем. Точнее, заберут. Вон какой-нибудь триггер. Глухая, игривая. Новая собака, да, у нас. Сейчас мы... Ух ты, здоровый. Хэвок. Прям подходит. Имя такое прям. Мощные, да? Мощные. Так, а что ты... Что у тебя? А, у тебя для... Как там? Догов. Для догов еда. Строгая, четкая. Отлично. Покушай. Молочек. Главное, если не будем еду давать, которая нормальная, то... Увы, у нас ничего не получится. У нас будет болеть собачкой, и наша жизнь станет адом. Как их, так и наша. Не надо. Надо всегда давать еду, которая нужна. Особенно корм. Полезный должен быть. Если... И так в жизни. Как здесь, и так. Так что вот. Вероятность усыновления. Так, принято. Статусы. Дни в приюте. Больше возраст, самый звонус. Есть Сара. Время идет? Нет? Не идет. Надо ждать. Так, здесь что у нас? Гром, что, отдыхаешь? Хорошо, ты хоть не гадишь. Аква. Ты что? Что, малявочка? Ты моя пучка. Пучка. Для путь. О, какашка. Охотник за какашками, я сказал бы, это девочка. Ну, симпатика такая. Маленькая симпатячка. Девчачка. О, ожидающие посетители. Наконец-то мы кого-то увидели. Здравствуйте, я вас жду. Следующая еще собака с следующими особенностями. Тихая и мускулистая. Скажите, когда будете готовы. Мускулистая. Берем наши фрагментики, мускулистые. Нами подойдет тогда здоровая. Хэвок. Расти. Ру. И Минди. Я думаю, все. Пойдем. Пойдем смотреть, да. Пойдемте. Мускулистые интересуют. Ну-ка. Надеюсь, кто-то ему понравится здесь. Ой, лапочка какой, да? Вот дог вообще офигенен. Просто шикарный. Я бы его забрал, конечно, если бы у меня была здоровая квартира. И я не работал бы так это много. Потому что дог, он такой очень сердечный. Он очень любит внимание.
Ну, стопудово кто-то возьмется сейчас. И Акита не очень ему нравится. Видите? Ему больше, наверное, Хэвэк, либо Расти, либо Нами. И что? Расти! Вот я и говорю, Расти, да-да-да. Хорошо. Новая собака ранена. Пред прибыла новая собака, и за ней нужен немедленный уход. Жизнь страдает серьезной травмой, ждет на выходе. Пора достать аптечку. Сейчас, подожди секунду. Прям... Так, отдадим. Спасибо за помощь. Так, где у нас? Аптека, да? Так, блин. Эти... Так, давайте... Ой, Хэвок, давай... На место. Ой, Хэвок этот... Блин. Жопу свою тащи. Идем. Бегом. Да. Хотя ты не здесь был. Вот так ошибешься, а потом кормить кто? Так. Так, собака. Бежим. Болезнь нами. Нами плохо себя чувствует. А где? Она не на улице, а здесь, вон она. Так, пойдем быстро. Ну давай, двигайся. Так. Так, вылечили, нет? Так, голодная. Она просто голодная, да? Жаждущая, так. У нас же место есть, да? Ой, Нами. Пойдем. А что с тобой? Так, у нее всякие какие-то болезни. Сейчас мы... Ты моя хорошая. Ну-ка, чувствуешь, как тебе? Получше? Ой, всякие там жуки. Сейчас мы поставим тебе... Как тебя чувствуешь? Излишний вес у нее. Ну, ты моя моненькая. Ты моя лапочка. Надо на похудение тебя посадить, да? Красавица. Блин, красавица собаки вообще просто. Просто следить за ними надо. Так. Жаждущая собака. Так, у нас... Сейчас нальем везде. Так, отлично. Здесь налито. Так, Акахи мы убрали. Ой, Джузи, да. Здесь вот. Так, подожди. А вот Джузи что? Она ест нубарина. В принципе, сказать, у нас все нубарины. Заберем нубарину. Так. Отлично. А этот пупсик. А, вот это вот не налили. Аква. Надо быть аккуратным, видите, у нас две собаки там. Вижу. Так, надо будет тогда сделать еще два места. Так, сразу сюда. Пройдем, сделаем загрузить, поставим вольера 2, вот сюда вот так вот отдельно, подтвердим, выход, подтвердить, и выход, и заберем, о, нифига себе, у нас там получается оказывается еще есть места, да? Значит, все-таки надо нам не только... Так, налил. Понта. А здесь что? Я понял. Ну, баринка. Так, а здесь у нас...
Вот такой нужен. Ротвейлера, да? Оставим. Нет, не надо. Мочалочку. Оставим еще водички, потому что я вижу мало водицы у нас. Что-то никого нету, да? Про закрытие тем более. Так, загрузим, еще там место сделаем. Здесь вот аккуратно еще. Так, подтверждаем. Уходим, подтвердить. И закрываем. Ну-ка, пойдем. Время есть. Есть время, есть Мюллер. Так. А, ты, кстати, ты тоже ешь. Вот этот. Кто-то там грязный. Нет, оставайся. Так, еду оставили. Это мы возьмем водичку. У нас еще 30 секунд есть. Вонючка. Понятно, вонючки. Такие здесь собрались. В какашках живете. Вы что живете в какашках? И как эти здесь? Пойдем, я тебя подмою. Так. Да что? Надо помыть. Быстренько мы сейчас подмоем. Блин. Давай быстрее. Потом. Ну, запихивайся. Все, пошли. Все, уходим. Так, отчет. Награждение. Ну, мы все. Что-то будет закрыт, но вот закрыть завершен. Неправильно щелкнул просто. Так, закрыли, отлично. В минусе, да, мы 273, потому что никто не приходил, никто не платил за собак, никто. В этом проблема. У нас собаки вон новые. Так, у нас следующий день. У нас в руках моечка. Так, новый день. О, мочалку надо. Так, здравствуйте. Я ищу собаку, которая есть следующая, особенно средняя. Скажите, когда будете готовы. Средняя, да? Хорошо. Хорошо. Средняя, да? Вонючая, да? Средняя и вонючая. Так, возьмем. Средняя. Давай вот этот. Большая. Афину. Большая. Это щенки еще. Небольшая. Большая. Триггер. Средняя. Нами. Может, нами возьмут? Кто их знает, да? Это мы возьмем сейчас, какашки уберем, чтобы, ну, не болели. Ну, что-то они не убираются. Ну ладно. Сейчас позовем. Все, да, можно посмотреть. Давайте сходим. Там надо бы две собаки помыть. Так, Понта воняет. Ну, что-то, Понта, ты давай не будешь где-то... Не мельтеши, не двигайся, не воняй.
Три звездочки. Угу, это хорошо. Нарада. Афина. Может быть, Афина подойдет вам? Такая аккуратненькая, маленькая собачка для бабушки. Как раз самое то, я думаю. Потому что резвые, куда они? Такой балбос. Вон, понто. Пон-пон. Ой, прям идеально. Смотри, Нами понравилось. Ей просто понравилось Нами. Я думаю, для Нами все здесь схвачено уже. И она прям сделала свой день. Надеюсь, ты Нами возьмешь? Триггер? Нет. Вот это рыжая маленькая собачонка. Ну, давайте подготовим ее. Так, заберем. Держите. Спасибо за помощь. Да, без боя вообще. Главное выше, чтобы были счастливы. Все остальное вообще фигня. Так, Понта, пошли. Так, Понта. Пойдем мыться. Заработанные очки. Так, опять ожидает кто-то там. Давай. Я сейчас поставлю тебя на мытье. Ты мойся давай. Пайка. А мы сейчас сходим, посмотрим, кто там ожидает. Моя собака недавно сбежала, может, кто-то привел ее сюда. У нее следующая особенность. Маленькая, экзотическая, самостоятельная. Подходит ли какая-нибудь эта собака? Так, надо будет посмотреть. Посмотреть, так. Что у нас? Статусы. Экзотических у нас нету. Средняя. А, вот. Но да, старая. Экзотическая. Солнышко. Да тоже давно. Мастиф. Гончая, мастиф, овчарка. Настоятельно. Да где мы найдем-то ее? Чего пристали? Что потерянное? Это я пропустил? Нет. Это ничего интересного. Деньги, приход. Так. Там кто-то заболел? А, ну Нами заболела. Вы какашки зачем свои здесь раскидываете, а? Вонючки. Вот. Одна собака стала счастливая. Не знаю, ничего. У нас. Пойдем. Понто, двигаем. Двигаем, Понто. Так, сюда. Зорро. Пришли здесь всякие. Ерундой всякие. Не видели ли вы? Да откуда я видел душу? У нас не было таких собак. Благотворительность, нормально. Хорошо, это радует. Так, забираем Зору. Так, еще одна собака у нас грязная. Вот, Брокс. Брокс. Точнее. Давай не это... Не тяни поводочек, он тянет, смотри на себя, а? Что за дела? Давай послушный быть. Кстати, у нас еды чуть-чуть надо будет добавить. Хоп-х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 оп. Хе-хе-хе, быстренько мы. У нас нету такой собаки. У нас нету экзотической, самостоятельной и все такое. О, Хакс! Собака, собака, новая собака. Собака, пойдем. Хаггис. Хаггис, прям как... Так, уберем сразу. Какашки. Ну, вот сюда. Одна голодная. Не голодная, чё врёшь? Там водичка есть. Кстати, надо будет попить. Вот это мы берем, наливаем. Друзья наши. Так, какашки мы убираем сразу. Так, чё по воде? Есть вода? Есть. Здесь нету. Закончилось. Так, друг, на. Водичку. Надо еду.
Так, вот эту какашки мы убираем сразу. Угу. Кто-то там ожидает, да? Ожидающий. Сейчас поговорим. Здравствуйте, здравствуйте. А, еще следующая особенность. Щенок. Щенок, щенок. Щеночек. Сейчас мы сходим. Там новые хозяева, не шумите. А то... Блин, да нафиг ты иди. Боже. Вот, возьмем вот эту. Пусть у нас будет какашки брать на всякий случай. Так, щенок. Пойдешь? Не, залезь. За щенка сойдешь. И аква, и вот эти. Солнышко зайдет. Тоже. И Зора тоже зайдет. Эй! Мы разбойники. Да? Можно посмотреть? Да, посмотрим. Давайте. Надеюсь, они смогут удовлетворить ваши потребности. Ой, 4. О, 2 щенка. А Зои и Аква. Может быть, вы все сразу двоих возьмете, нет? Не нравится? Смотри, Зои не нравится. А почему не нравится? Зои красивое имя. Ава, что за Ава? Что за Ава-то и Ава просто? Зои. Ну, Зои нормально. Что вы решили? Кто у вас? Вы знаете? Ава. Подготовьте ее к отъезду. Вот, мне понравилась Ава. Что тебе в Аве понравилось? Обычная Ава. Ничего не примечательное. Так, у нас, кстати, там этот... Вонючка. Зои заболела из-за тебя, козел. Тебя Зои заболела, маленькая козявочка моя. Да ты моя пуська. Пойдем, будем лечиться. Ты моя пуська. Я тебя в обиду не дам. Так, посмотрим, что у тебя там. Ой, это червики что-то или что? Что это такое? Да ты моя хорошенькая. Что, все хорошо? Да, моя пуська. Пойдем. Щенок еще. Вонючка. Щенок вонючка. 24. Так, заберем щетку. Помыть. Позанимаемся по... Ой, медленно как все это, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, пошли. Поместим сюда. Так, кстати, надо будет еды раскидать. Так, Зойка, сюда давай. Кто там ждет? Вот, вот этот джентльмен. Здравствуйте, я ищу собаку с следующими особенностями. Чистокровная, щенок. Скажите, когда вы будете готовы? Чистокровная. А? Так. Чистокровный. Ты чистокровный? Нет. Есть чистокровная информация? Вот Зои точно подойдет. Солнышко, может быть. Акс. Шрам. Блин, а? Давай такую. Все? Ну все, да. Так, какашки, какашки. Нельзя, что поставались какашки, а то воняет. Начинается. Давайте посмотрим. Зои. Может, как раз мы вылечили, может, Зои заберет как раз 4 звездочки. Накакала Зои. Ну, она болела, вот и покакала. Солнышко, никто ничего-то не хочет забирать. Хагис. Не особо Хагис зашел. Ру. Здоровый пес. Щенком не назвать. И последний Зора. Ну так. Ч
Что вы решили, месье? Зора? Серьезно? Ты за щенком пришел? Спасибо за помощь. Странные, конечно. Щенок? Еще чуть-чуть осталось. Да. Это, конечно... Так, какашки здесь оставлены. Так, пойдем. Будем мыться. А что-то ты... сюда. Так, мы забыли ленточки оставить. Так, здесь оставим. Ленточки сейчас отнесем. Да. Пока она там подмывается. Так, получится 123. Оставим здесь я. Все. Отсчеты заканчиваем. Завершен. Так, ну что у нас? Здесь у нас пожертвование. Новая особенность Бронк теперь ласковый, да? Любимая хозяйка. Ну все здесь нормально. По идее. Грязная только собака у нас есть. А кто у нас грязная собака? Грязная Афина. Давайте Афину помоем. Так, а в эту вонючку возьмем. Так. Новая собака. Надо позаботиться. Так. Мойся. Я тебя оставлю. Возьмем новую собаку. Эру. Эру. Может быть, кому-нибудь сейчас отдадим Эру. Уберем какашки. Застряли чуть-чуть. Новая собака ранена. Ой-ой-ой-ой. Сейчас мы отведем нашу Афинку. Ой, да пусть Афина моется. Так, новая собака. Амос. Здоровая какая, да? Пойдем, пойдем. Прям как мой гром. Сейчас мы, сейчас. Отлично. Все хорошо? Да, вроде бы хорошо. Так, еще погладили ее. Молодец, Амос. Хороший. Ты, Афина, ты будешь долго еще откисать здесь? Ты не хочешь, да? Это... Ни в какую. Тебе и здесь хорошо. Покувыркаться в водичке. Так. Что у нас? Туда. Кашки мы убрали. Так, водички мы налили. Сюда. Там есть. Сюда. Сюда. Эру. Так, отлично. Джози. Он везде налито. Так, надо будет тогда, получается... О. Нет, повеши назад. Вот эти вот. Возьмем Нумбрину и данную. Так, вот это сюда. Так, для таких Нумбрина. Так, сюда. Нумбрина опять, если здесь подойдет.
тоже подойдет. Это я помню, сюда такой надо. Зелененькие. Нумбрина. Здесь у нас такая. Лекарственные нужны. Угу. Вот так вот надо будет. Так, какашки. И лекарственные. Не лекарственные, а с, как видите, растительные. Туда. И надо куда-то сюда, да? Сюда, да, этому? Да, как моему грому. Так, какашки надо убирать, а то будет вонять это все. Так, главное, чтобы не было у нас грязи. Все хорошо. Так, для тебя, солнышко. А ты уже сожрал свою, что ли, порцию? Опять ты воняешь? Вот сюда надо насыпать сейчас. Пойду отнесу. Так, оп. Аккуратненько. Садись. Сейчас мы тебя будем подмывать. Там двое. Сейчас мы сделаем все. Быстренько. Быстро. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Я что-то... Так, где у нас там? Что вы хотите от нас? Небольшая и лайт с детьми. Скажите, когда будете готовы. Небольшая, да? Завести собаку. Небольшая, да? Сейчас мы сделаем. Небольшая. Большая, средняя. Зои. Это подойдет. Небольшая Афина, средняя. 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 Большая, средняя. Средняя. Угу. Потом кого-нибудь еще подбросим. А у вас что? Завести собаку тоже. Так, давайте, да, да, сходим. Пойдемте. Надо будет собаку еще потом добавить одну. Думаю, у нас все получится. Интересно, кого же она выберет? Каракашурный ей подойдет, либо вот, например, Хагис, солнышко, может, Зои. Мидилу. Предложение Роберта. Роберта разослал сообщение всем своим самым преданным клиентам с специальным предложением. 100 за единственный в своем роде таинственный ящик с припасами. Кто знает, что внутри. Может быть, купить? Купим. Офигеть! Вы решили купить загадочную шкатулку, а этот приз... 10 единиц корма каждого вида. Может быть, не самый захватывающий приз, но тем не менее... За сотку. Мы по 7 тратили, что ли, что-то такое. Но мы везде. То есть мы получили нифига, нехило. Нехило. Наверное, прибыльным будет. Иногда спасибо за помощь. Так, какашки здесь уберем. Какашки уберем. И сейчас собаку. Вот давай вот. Ой. Давай, поставим тебя. Там еще 2 человека. Давай, давай. 3. Еще надо 1 очко репутации, мы заработаем. Мы денежку получим, премию. Надо заработать премию. Давай, ух ты, 4, Зои. Понравилось тебе, смотрю я, Зои? Рыженькая девочка. Ой, и козявка, солнышко, тоже понравилось. А не смотри, репутацию прям набили 2. Это прям... Кайфово.
Так, и эти добьют. Панпон и Хагис. Интересно, ну все равно, кого он выберет? Кто больше из собак ей понравится? Сложно вообще собаку в приюте выбрать. Блин, там глаза будут разбегаться. Ну что вы скажете? Знаете, солнышко ей понравилось, малявочка. Ну все, ты едешь, наконец-то нашла семью для себя. Так, давайте сюда и, наверное, Бронкса возьмем. Бронкс, слушайся меня. Оп. Блин, зря его так притащил, конечно. Надо было поставить на бабушка, бабуля. Здесь здоровые такие собаки я оставил. Может, все-таки Зои сразу выберешь Зойку? Малявочка, щеночек еще. Как раз, ты же щеночка хочешь для новой собаки. Надо же. Так. Ну, ожидания очень большие. Смотрите, полоска-то красная. Очень большая. Наш пудель. Отлично. Ну, должна что-то выбрать кого-то. Что у нас получится? Знаете, Зои, наконец-то, Зойка, мой щеночек маленький, ты наконец нашла, тоже обрела свой дом. Так, отлично, этих забираем, убираем. Пойдем, Бронкс, эти, назад. Так. На место давай. Жаждущие, грязные. Ой. Критическое состояние. А что с тобой не так? А? Запущено. Плохое здоровье. Интересно, почему? Иди. А кто-то там кто-то есть? А что надо? Ладь собаки тихая, может, когда будете готовы. Посмотрим. Тихая. Ладит с собаками, да? Ласковая. Длительная. Эвок. Подойдет. Джози упертая. Ладит с детьми. Это пушистик. Ну вот. В принципе, нормально. Так, уберем грязь. Не скапливалось. У нас есть еще время. Да, быстренько давай. У нас 30 секунд там осталось. Надо будет... Ну вон, какашки всякие убрать. Так, 3. Тихая она еще. Внутри болтрику еще. Получится ли? Это нифига у тебя требования, пацан, ты че, блин? Я чувствую, не сработает. Нет, не наберет. Пушистик точно не наберет. Нет. Ну нет так, нет, до свидос. Поц какой-то, пришел здесь что-то. Ну рано так рано, до свидания. У нас вот еще есть. Ларч, не ладь с детьми. Это описание. Да вроде бы нет. Это я понял, что надо. Так, посмотрим. Вот, видите, получите 30 очков. Так. Так, размер порода. Потребуется... Бронксеро. Ладит.
Ну, уже нету. Никого нету такого. Все. У нас закончилось. Время закончился, день. Да, подтверждаем. Все, мы заработали. Опа. Здравствуйте. О. Привет, Ева. Я только что получил известие, что вы достигли цели, которую я вам поставила. Вы получили 30 очков. Репутация. Отличная работа. Я просто зашла поздравить вас. Я скоро вернусь, расскажу подробнее о вашей следующей задаче. А пока продолжайте в том же духе. Классно. Классно, классно. 5800 у нас бакс. Бабак. Мы... Цель гранта выполнена у нас. Офигеть мы. 2400. Мы просто 2400 сделали. Не... О чем просто? Награды. Мерио, фонд пожертвований. Проведите хотя бы 5 дней с средним уровнем состояния выше 64%. Так, фонд пожертвования. Сделайте 2 собаки, как минимум одну новую вакцинацию. And it's up to us to take it back. We're everyone, and we're everywhere. The ones who refuse, the ones who defy. Who are we? We are the resistance. Join us.